В эфире прямо сейчас поговорим с Александрой Карнович. Она выходит на прямую связь из Керчи. Саша, что нового вы нам сегодня покажете? Доброе утро, Саша, Тоня. Ну что, мы в эфире своей программы не только помогаем крымчанам просыпаться, но и исполняем их мечты. И если вы мечтали проснуться с видом на Крымский мост, то у вас теперь есть такая возможность. Для этого вам достаточно просто включить программу «Утро нового дня». И вот, допустим, в Керчи теперь наши коллеги будут выходить вот с такой новой локации под открытым небом. И фоном нам служит море и Крымский мост. То есть теперь вы можете его увидеть каждое утро в прямом эфире. Вот здесь наши коллеги будут общаться со своими гостями, и сегодня у меня тоже уже есть гость, это Игорь Дешкантюк, он певец. Игорь, доброе утро. Ну, скажи, пожалуйста, чем занимаются певцы на самоизоляции? Доброе утро, Саша, доброе утро, страна, Крым. Чем занимаются? Поем в прямом эфире. В прямом эфире, прямом, да, сейчас эфире будем петь? Нет, ну сегодня, может быть, не будем петь, потому что еще утро, только они проснулись. А поем в прямом эфире, общаемся друг с другом, обсуждаем дальнейшие планы, дальнейшие мероприятия, дальнейшие концерты. Вот. Ну, скажи, уже удалось какую-нибудь песню написать, пока ты отдыхаешь, вот сидишь дома? Ну, пока я отдыхаю, сижу дома, какие-то слова набросали, но песни я уже выпустил две во время карантина, поэтому, ну, они все на площадках, поэтому... Продуктивно, да? И какую песню больше всего любят керчане? Вот если ее начать петь, то не могут не отозваться просто. Наверное, это «Птицами станем». Ну, давай, наверное, немножко споем. Нет, с утра как я буду? Вы простите меня, что я буду... Сейчас я как спою, понимаю, подумаю, что вообще не умею. И скажи, пожалуйста, допустим, при этом... Ведь благодатная это почва, наверное, для творчества, нет? Вот сейчас карантин, ну, я считаю, что нет, потому что нет концертных площадок, которые открыты, то есть выступления в Инстаграм, прямой эфир, видео. Нет, все это не благодатная почва для выступления артиста. Но зато как можно популяризировать сейчас свои соцсети, пока много времени дома? Ну, только лишь соцсети, а соцсетями занимаются обычно какой-то продакшн, который тебя везде, как говорится, распространяет, показывает тебя, отправляет твои видео. Ну, все, поэтому, как бы, я считаю, что, ну, чуть-чуть, да, может быть, контент чуть-чуть повыше. Спасибо большое, спасибо, что пришел к нам сегодня утром, а мы вам напоминаем, что вот теперь вот так вот вы можете начинать каждое свое утро. Главное, оставайтесь дома, а мы будем работать для вас. Саша, Тоня. Большое спасибо, Саша, большое спасибо тебе и гостю. Мы желаем вам отличного настроения, добрых вестей, ну и, конечно, самое главное – это здоровье. Напоминаем, на связи была Керчи, корреспондент для радиокомпании «Крым» Александра Карнович.